Полина, привет. А куда ты идешь? В магазин? Мармелад называется. А что мы там будем делать? Что? Ты куда хотела пойти? Посмотреть, что там в магазине, да? Ну, пошли. Ну что, мы в Мармеладе? Тут написано, что есть... Есть Тропикана парк, детский парк. Пошли его искать? Интересно, где он здесь есть. Вот мы нашли какой-то парк развлечений, поле чудес. Мы здесь еще не были. Ну что, Полин, куда ты хочешь? Где много шариков? А что там, просто бегают среди шариков? Ну давай, будем смотреть, что тут за аттракционы. Полина, что ты делаешь? Ты любишь рыбок ловить, да? Очень-очень. Класс! Получается? Не получается? Тут сложнее, чем в нашем парке, да, словить? Ты хочешь черепашку споймать? Ну так же самое, как у нас в парке ты ловила. Ну что, споймаешь? Ну заходи, я захожу с тобой, не бойся. Ты думаешь, я тебя оставлю? Не оставлю, конечно. Заходим. Держись, и ты держись. Полин, посмотри на меня. Тебе нравится? Да. Класс, да? Подушки. Это на них можно сидеть. Это такие стульчики. Да, пуфики. Давай сюда. Хорошо, сюда давай проходи. Или туда, правильно. Так. Есть, видишь, класс. Нашла дорожку на горку, да? Да. Тут такой темный тоннель. А теперь попробуйте по другой дорожке дойти. Thank you.
Кататься можно на нем, да? Ну залазь. Полин, куда ты хочешь? Да. Где много шариков? Да. А что там, просто бегают среди шариков? Ну давай, будем смотреть, что тут за аттракционы. Полин, говори всем пока-пока. Пока.